Попробуй помоги тому, кто беззащитен в этом мире. Ребенку трудно одному, когда ему всего 4. Прогляни долгий ясный день, в котором солнце светит ярко. Ведь для него наступит ночь, если ты не сможешь помочь. И по кирпичику построй один огромный дом надежды, все двери настежь в нем открой. Пускай лихие беды, и будет снова ясный день, день милосердия навеки. Но для него наступит ночь, если ты не сможешь помочь. Будет снова ясный день, день милосердия навеки. И вместе победим мы ночь, если ты захочешь помочь. Если ты захочешь помочь. Здравствуйте, мои дорогие. С вами передача «Лаврские встречи», я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас вновь в гостях Антон Слон, музыкант, солист группы «Лунный пес», петербургский житель. Добрый день. Да, и продолжатель, можно сказать, стиля, да, если так можно назвать, рок-клубовского. Санкт-Петербургского. Продолжатели стиля Ленинградского рок-клуба. Во всех хороших смыслах. Вот мы хотели с тобой, Антон, в этой передаче поговорить о благотворительности, милосердии. Ну и вот эта песня, которую ты сыграл, она как раз, может быть, иллюстрирует начало нашего разговора. Да и мы с тобой, можно сказать, познакомились и стали совместно работать именно на этой почве. Ты пригласил вот свой проект. Расскажи, вот, пожалуйста, вот, чем вы сейчас занимаетесь, и вот, ну, чтобы, может быть, кто-то услышал, увидел, узнал и помог даже. Да, мы организовываем благотворительные фестивали. Мы назвали этот проект «День милосердия». Угу. Первый состоялся в июле этого года. «День милосердия 1». Угу. Вот на днях был День милосердия 2, и мы планируем раз в 2-3 месяца делать вот такие концерты, посвященные детям. Вот первый концерт был посвящен детям с онкологическими заболеваниями, где выступали музыканты, духовенство, и также происходили сборы средств для детей. Адресная, да, такая помощь? Мы работаем, как правило, с какими-то фондами проверенными. То есть, как известно, фондов много, но, так сказать, не всем из них, может быть, можно доверять. Мы именно очень серьезно проводим работу, изучаем, что за фонд. Вот, например, первый концерт был для подопечных фонда «Адвита». Вот, там ребята помогают именно онкологически больным детям. Вот. А вы проверяете, вот, адресно как-то дошло? Как-то... Там обязательно отчеты всегда пишут. То есть вот на том концерте была собрана какая-то там сумма в районе 50 тысяч рублей. И из фонда пришло официальное письмо, что на эти средства был куплен препарат, определенное, я не помню название, для вот таких-то детей. То есть, А ты это все складываешь так в архив, да? Да, в архивы для себя, чтобы... Вот... И ты собираешься в этом направлении работать? И... Я думаю, что да, потому что... Это так просто выступать, ну и выступать, да? Ну, смотрите, может, моя логика как какая? Как самолюбование. А тут...
Да, ну, вот моя логика. Тут польза. Моя логика какая? Да. Можно действительно просто делать концерт, петь свои песни, а можно точно так же делать такой же концерт, петь свои песни, но еще и делать доброе дело. Угу. Вот, я надеюсь, что как-то Господь это зачтет. Я думаю, что это такая идея, она перспективная. Может быть, она охватит даже музыкантов петербургских, еще, может, в других городах. Это движение. А я заметил, что вот по нашему примеру, да, смотрю, уже кто-то что-то в других городах организовывал, кто видел наши проекты. А я тоже постарали. Да, вот это... Да. Каждый вторник вот на улице Матросова, 20, у нас теперь будет благотворительный вечер, и буду собирать разных музыкантов. И поставим кружку, и будем конкретно, вот человек, ему нужно лекарство, вот ему плохо. Или у него там бытовая какая-то проблема, или всякое бывает, да, в жизни. Юридическая помощь, материальная. Приходит человек и получает эту помощь. И все люди собираются, и они не просто так проводят время, да, с пользой. То есть это я вас заразил своей хорошей идеей? Да. Вот уже хорошо. Нет, я давно хотел. Но мне нужна была зеленая ракета. Uh-huh. Вот ты как раз запустил эту зеленую ракету, то есть повод к действию. Вот. Да, хочется показать людям, что вот творить добро – это не что-то такое сложное. Вы знаете, некоторые думают, что вот помогать могут только богатые и так далее. Ведь если придет 100 человек, и каждый там какую-то 100-200 рублей пожертвует, для него это ничего, а для ребенка это может быть спасение. Существенно, да. И когда вот именно вот эта соборность, когда все вместе делают одно доброе дело, ведь это настолько важно. Да. Когда люди чувствуют, что они вместе, вот они потом могут кому-то, даже самому себе, что вот, а мы вот участвовали. Помимо того, что мы получили удовольствие от прослушивания музыки, они еще и творят добро. Вот недавно был концерт, да, в котором я участвовал в Манхэттене, да, в этом клубе специально. Такое место культовое, можно сказать. И мы туда внесли вот это православие. Там были священники, миссионеры, были музыканты, православные деятели, фонд «Белый пеликан». Ребенку мы помогали, да. И у меня разные мысли рождались. Вот. И мне просто дали слово. Я окрылился, призвал всех делать добро, спешить делать добро. Что от нас после нашей жизни, вот бренной этой, мало что останется, кроме добрых дел, правильно же? Да, действительно. Все это прах и тлен, вот все, что мы думаем, что для нас это очень важно, и мы к этому стремимся. А это доброе дело останется. Может, на весах, там, на чаше весов во время суда Божия это сыграет для человека. Да, вот я, честно говоря, такую же надежду питаю, что когда Господь посмотрит на все мои грехи, бесы будут тянуть, конечно, в ад, но, может быть, все-таки Господь скажет, а вот он вот организовал концерты благотворительные. Вот отец Анатолий с него взял пример, а потом и так далее, и так далее. И вот потом уже, так сказать... Слава Богу. Я очень искал возможность. Я не знал, как. А теперь уже знаю. Для меня вот пример, я увидел это все. Кстати, очень важно, что мы на концерт приглашаем не только музыкантов, но и духовенство. Угу. То есть это все как бы под крылом церкви. И приходят светские люди, видят священство. Причем мы, наоборот, это плюс, что мы проводим в каких-то даже рок-клубах. Это необычно, и простой человек, когда видит, что вот здесь и священник, и все мы вместе делаем... Да, ко мне подходили обыкновенные люди, вот, которые просто зашли в этот клуб по привычке, а мы увидели священника, и у них вопросов море. В церкви они не ходят, они боятся в церкви, они священников... А вот теперь придут. А теперь, да, они что священник – это не так страшно и не больно. Вот, что с ним можно говорить, что это обыкновенный человек, добродушно настроенный, что он разбирается в любых проблемах и духовно может помочь. Я же говорю, вы представляете, что вы носите в себе, вот, без исповеди, без причастия, вы все в себе носите. А вот как мы на прошлой передаче мрак. Говорили, что человеку сразу сложно прийти в церковь, вот, а здесь как раз вот такая вот ступенька. Он пришел в клуб, а тут вот священник, и он его проконсультировал. Ему следующую ступеньку будет легче. Да. Он может ко мне лично прийти. Да, я даже телефоны знает. Даю. Приходите, я беседую сначала. У меня отец Иоанн там, священник в храме. Он уже будет знать, что там его не обругают, не что-то. Да. А там что хороший, там добрый, ждут. Там его ждут. Добрый, адекватный отец Анатолий и с ним побеседует. Ну, это здорово. Я считаю, что это... Очень хорошая идея. Ну, вот надо подкрепить наш разговор песней.
Следующую песню я спою, она такая романтическая, легкая. Угу. Вот. Называется «Ты не одна». Сегодня видел в море купание белых птиц, и солнце до утра, и небо без границ. А на песке остались следы прошедших лет, в глазах твоих сомнений нет. На корабле вслед за волной вместе с тобой отправляемся в путь. И ты не одна, и я буду рядом. И снова любовь открывает сердца. И ты не одна. И вот попутный ветер наполнит паруса, и мы поднимем к небу счастливые глаза. Пусть по дороге к счастью не встретим мы помех, ты для меня важнее всех. На корабле вслед за волной вместе с тобой отправляемся в путь. И ты не одна, я буду рядом, и снова любовь открывает сердца, и ты не одна. На корабле вслед за волной вместе с тобой отправляемся в путь, и ты не одна. Я буду рядом, и снова любовь открывает сердца, и ты не одна. Угу. А сейчас чем ты занимаешься? Вот кроме вот этого проекта музыкального. Музыка — это такое хобби, несмотря на то, что очень серьезное. Ну, как и все люди, мне нужно питаться, кормиться, так сказать. Поэтому я уже 3 года назад открыл свою турфирму и занимаюсь туристическим бизнесом. Я отправляю людей в путешествие. Mm-hmm. Причем турфирму я назвал так же, как группа «Лунный пес». Yeah. Вот у меня группа называется «Лунный пес» и турфирма «Лунный пес». Ну, так как-то легче. Вот. Понятно, на Луну отправляешь. Да, на Луну в один конец. А так вот, если кому-то нужно там... Вначале все началось с того, что я сам люблю очень путешествовать. И все как-то вот... Знаю, что бывают какие-то совсем недорогие путевки, а бывают дорогие. И вот как-то я все это изучил. И вначале открыл турфирму для себя, чтобы у самого, у себя покупать дешевые путевки. Потом стали друзьям, а потом друзьям друзей. И сейчас уже вот каждую неделю там человек... Клиентуры есть у тебя. Да, постоянно отправляю в разные страны. А, ну, а с паломничеством это тоже может... Пока что мы обычный туризм. То есть кому-то там надо на Кипр, на море, он мне звонит, я его отправляю. А паломничество — это более сложно, там надо организованные группы. Но у меня мысли есть со временем. Ну, меня подключай как руководителя. Отличная идея. Я имею в виду. Тогда потом после передачи группа. Побеседуем. Ну да. Тоже по святым местам надо ездить. Хотя бы даже вот у нас в Ленинградской области сколько да, святых мест. Да, да. И... Мы-то от храма ездим. Просто нанимаем автобус. И я сажусь, и мы, вот Свирский монастырь, там Вырица, Псково-Печерский монастырь, приезжаем, там на самом деле сейчас все уже организовано, особо ничего не надо, гостиницы есть, питание есть, позвонил, и говоришь, сколько человек, и все, больше ничего не надо, не особо такого не надо, как раньше, надо было поехать, договориться, благословение взять, в общем, там какие-то проблемы с автобусом, автобусы комфортабельные сейчас, с кондиционерами, с туалетами, кофемашина. Да и в самих монастырях намного комфортнее. Мы смотрим фильмы, ну, вот, к монастырю подъезжаем, православный фильм смотрим. Люди просто... меня отец говорит, когда мы поедем в следующий, когда мы поедем в следующий раз? Так вот, помните, в середине 90-х, когда только все это начиналось, как было сложно приехать в монастырь, там какие-то вот комнаты, где по 100 человек, там вот. А сейчас вот в Орла-Махутинский монастырь ездил под Новгородом, там отличная гостиница, там
практически номера, вот все очень цивильно. Но, с другой стороны, были паломничества, ты преодолевал себя, ты какой-то в экстремальных условиях. Ну да, было более аутентично. Сейчас ты не чувствуешь разницы, сел в автобус, а вот раньше пешком же ходили. Матрона босоножка 4 раза в Иерусалим ходила босиком. Ну, для современного пешком. Человека даже это подвиг, сесть на автобус и сесть в монастырь. Да, да, это точно. Это точно. Оторвать от себя, вот вырвать себя из вот обыденных дел, из этого круга, колеса, в котором крутишься, из суеты. Ну, здорово. Здорово, да. Все, видишь, у тебя как-то гармонично. А у тебя папа, мама? У меня папа, мама. Дай Бог им здоровья. Угу. Вот. Как раз у меня мама ведь к церкви привела с детства. Угу. А папа чуть позже воцерковился. Он в университете преподаватель. Угу. И как раз раньше он преподавал марксистско-ленинскую философию еще в советское время. А сейчас он прямо искренне верующий человек, который постоянно в монастыри ездит. Вот. Как он смог это так перестроиться? А я думаю, как-то мама повлияла. А может быть, даже когда мы в детстве, тоже вот этот был поиск, и вот мы как раз пришли в церковь Дмитрия Солунского в Коломягах, и где как раз вот, помню, священник очень правильно все разъяснил, вот именно смысл православного христианства. И, может быть, папа увидел, насколько мы искренне верующие, постоянно там вечерние правила молились со свечами там каждое воскресенье. Это очень важно, да? Пример. И потом он, смотрит, там как-то с нами сходил, потом он сам уже поговорил со священником того храма и прямо вот так вот проникся и стал очень глубоко верующим человеком. А сейчас ты не там, не в Коломягах? Дело в том, что я там алтарничал с 95 по 2005 год. 10 лет. Да, 10 лет я в алтаре провел. Угу. Причем было, что я даже школу пропускал занятия неделями, каждый день. У меня было, что 40 литургий был алтарником подряд. У нас даже вот директор в школе, она была верующей, и она как-то вот помогала мне немножко. На Королева, да? Да, на Королева. Я знаю ее. Забыл, как ее зовут. Кондрашова Евгения Александровна. Вот, это Божий человек. Да, вот она меня, можно сказать... У меня там сын учился, я узнал, что там такая женщина. И... Она меня, можно сказать, спасала от отчисления, потому что многие учителя были совершенно неверующие и знали, что я вот такой алтарник. И вот она всячески помогала мне. А сейчас я переехал просто в другое место, в Колтуще поселок Ленинградской области. Там и храм. Там тоже храм Иоанна Кронштадтского. Я туда тоже прихожу в алтарь, помогаю священнику на службах. Ну, а ты считаешь, что твоя жизнь гармонична, да? Вот так вот. Работа, любимое дело и алтарь, да? Да. Я очень рад, что у меня много свободного времени. За счет того, что... вот этот туристический бизнес, его особенность, там не надо, знаете, от звонка до звонка в офис. То есть я, в принципе, практически полностью... Телефону позвонили? Да. Сейчас все можно в онлайне, даже никуда ехать не надо. Поэтому это очень удобно. Остается много времени на творчество, в частности, вот на организацию благотворительных концертов. Вот. Надо попросить подключаться к ним, телезрителей. Да, значит, благотворительные... Где это можно найти? Есть сайт или что-то... Вот? У нас есть группа ВКонтакте, вот наша группа «Лунный пес», и там мы пишем всю информацию о предстоящих благотворительных концертах, потому что действительно это очень сейчас актуально. Ну, мы тогда будем тоже, у меня есть тоже группа «Творческая мастерская» отца Анатолия Першина. Да, будем работать сообща. Да, и ты можешь ссылки давать на свои эти мероприятия. Ну, ты уже 2 раза уже... Да. Работал, ну, в смысле, выступал вместе. Хорошо, я хотел бы тоже спеть песню, ну, так как у нас диалог музыкальный. Пожалуйста. Да. Эту песню я давно уже не играл. Вот мне Алексей говорит: отец Анатолий, спойте эту песню. Песня «Размышления». Если лето за плечами,
печаль твоя, молчание, и любовь твоя, молчание. Загадочная песня. Да, загадочная. Есть несколько пластов в этой песне. Смыслов, подсмыслов. А вы ее давно сочинили? Да, давно. Было у меня такое настроение. Сначала был другой текст. Вот текст такой был, такой надрыв был. Вот, что на грани, значит. Там еще припев был роковый в этой песне. Это из рокового репертуара. Угу. Там такое... Что-то такое было. Когда у меня был переход уже в мою такую духовную жизнь, она утихала, другой текст появился. Я просто, мне жалко было ее, ну, чтобы она потерялась, эта мелодия. Я ее превратил в тихую песню размышления. Вот такой вот эксперимент. Бывает, оказывается, и песни могут деформироваться. Есть песни, которые вот как слово, из песни слов не выкинешь. Что не делаешь, ну никак она. Вот она есть, такая есть. Что-то пытаешься переделывать, она не звучит. Да, даже бывает где-то с точки зрения русского языка бывают какие-то вот, ну, не совсем грамотные фразы, но их некорректно менять, потому что это песня, и она так более благозвучно звучит. Ну вот так получается. Она вот уже все сформировалась. А есть песни, вот как это, ну... Можно я что-то сделать? У тебя еще там песня была, да, в запасе? Да, в запасе. Да. Песня Давай. Называется «Лети». «Лети»? «Лети». Хорошее название. Мы всегда на концертах и завершаем наше выступление. Угу. Вот и сейчас в завершении нашей беседы, наверное, да, спою эту песню. Что таится на пути, куда идти и где спасение найти? Лети, лети, сколько лет отмерен срок, прошел урок, а ты меня за все прости. Лети, лети, лети. Ветер пойманный рекой, твоей рукой навек останется с тобой. Хранить покой, ты его не береги, за ним беги, и он помчится за тобой. Теперь он твой.
остановишься на миг, а там тупик, разрежет воздух дикий крик, последний крик. Но назад не повернешь, и ты поймешь, что жизнь всего лишь только миг, а мир велик. Что таится на пути, куда идти и где спасение найти? Лети, лети. Сколько лет отмерен срок, нажат курок, а ты меня за все прости. Лети, 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 лети. Дорогие мои, на этом наша передача подошла к концу. С нами был Антон Слон, питерский рок-музыкант, группа «Лунный пес». Вот, основатель этого проекта, как называется, Антон, проект? «День милосердия». «День милосердия». Следите, принимайте участие. Мы можем вместе все делать добро. Спешите делать добро. Божьей всем помощи, ангел-хранителя на всех ваших жизненных путях. Спасибо.